очередная карабулька. Зарядничка. Упаковано все нормально. Дойдет целостности и сохранности. Доставка несколько дней. Тут, короче, характеристика. Кабелек и сам приборчик. А, еще инструкция есть. Если кто-то знает китайский, очень даже сильно пригодится. Или даже английский. Подключаем. Информативное меню, которое сообщает о том, что ничего нет. Возьмем 21700. Аккумулятор. Минус плюс. Определяет. Литион 2,3,7. Пошла зарядка 48%. Ставим второй. Сейчас его определит. 42%. Переключение между испытуемыми. Ну и все, как бы. Идет зарядка. Есть пломба, это заводская, характеристики. Ну то есть 18650 пройдет свободно, маленькие аккумуляторы тоже. Все характеристики будут в описании. В общем, как-то так. А еще одна пломба, типа чтобы не вскрывали. Но это не про нас.